Первое периодическое издание, которое стало выходить в нашем городе, это «Орский телеграф». Вот здесь в экспозиции у нас копии двух листков, двух номеров, вернее, этого «Орского телеграфа». Издавал его Иван Иванович Лобарь с 1914 по 1917 год. Это еще не было полноценным изданием, полноценной газетой, потому что здесь публиковались сводки, телеграфные сводки с фронтов Первой мировой войны и реклама. Статьи о жизни города мы в «Орском телеграфе» не найдем. А первая полноценная газета появилась уже в советское время. «Орская хроника» – одна из старейших газет в городе. Была основана в 1918 году и почти за 100 лет сменила несколько названий. Нам страшно повезло, потому что история газеты насчитывает без малого 95 лет, и все 95 лет редакция находится в одном и том же здании. Мы сохранили старые подшивки и время от времени сравниваем нашу практику с той, которая была до нас. И надо отдать должное предшественникам, они заложили очень хороший фундамент, и не только своими публикациями, и не только уважительным отношением читателей к нашей газете, но еще и очень добротными традициями. Одна из таких традиций – жить на деньги подписчиков, не зависеть от власти и при любой возможности защищать интересы простых арчан. Также мы решили узнать, насколько актуальны газеты сегодня. Сегодня день российской печати. Вы газеты читаете? Читаю, да. Какие? «Орскую хронику». А вы как считаете, вот еще актуальны газеты или все-таки уже интернет берет свое? Нет, актуально. Так же, как книги актуальны. Всегда приятно в руках держать. Сегодня день российской печати. А вы газеты читаете? Да. Какие? «Орскую хронику», во-первых. А вы считаете, что она до сих пор актуальна? Ну, как сказать... Читать можно. А особенно интернет? Некоторые. Нет, у нас этого нет. Вы газеты читаете? Да. Какие? Ну, «Орскую хронику». А почему вы читаете вообще? Вам как интернет или газета? Что лучше? Да, в принципе, не знаю. И интернет, и газеты. Ну, вот на сегодняшний день актуализацию потеряла или нет газета уже, или нет? Да, в принципе, нет. Почему? Кое-что для себя информацию какую-то почерпываю из газет. По мнению жителей города, у печатных изданий есть будущее, так как листать газету намного интереснее, чем страницу информационного сайта.